стартовала регистрация на участие в одном из главных зимних соревнований Подмосковья – традиционной манжосовской лыжной гонке, которая проходит в канун Нового года, 31 декабря, в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха. До 28 декабря принимаются личные заявки, коллективная заявка на этот год отменена. При достижении лимита участников 500 человек регистрация на соревнования будет прекращена раньше заявленных сроков. Добавим, что гонки свободным стилем в разных возрастных группах пройдут на дистанциях 2,5, 5, 7,5 и 10 километров. С 8:30 до 12:30 будет проводиться выдача стартовых номеров по предварительной регистрации. При неблагоприятных погодных условиях возможно изменение дистанции или даты проведения соревнования.